успеем, не так уж и высоко все. Женечка, ты нас бросил. Нас больше нет, мы мертвы. Эх, сыночка, как же ты мог с нами так поступить? Ты же здесь главный, мы скажем, давай ты рулюки нормально. Алло, Женя, просыпайся. Ты что здесь спишь-то вообще-то? Мы тут на необитаемом острове. Тут дикие звери, а ты спишь? Там где тут просто страшный сон приснился. Мне тоже недавно страшный сон снился. Какой, какой? А я вот иду, значит, я по мосту. Ага. Представляешь, а мне навстречу гаишники. Ничего. Машины у меня нет, но я что-то напугался. Ой, ну блин, Игорь, короче, нужно идти маму мою с папой искать. Они где-то здесь должны быть на острове. Сейчас найдем, все в порядке. Только надо, знаешь, надо придумать, как их найти вообще. Я предлагаю, знаешь, что объявление. Есть карандаш ручка? Какие объявления, Игорь? Мы с тобой на необитаемом острове. Ты, кстати, видел там возле пещеры, где-то ходил? Нормальная тема с объявлениями. Да какие объявления? Ты что, хочешь тут написать камнем на камне, чтобы тут написать, мы здесь были, да, и находите нас по этому адресу? Я когда в деревне собака потерялась, как бы, объявление писал, так нашлась. Какая деревня? Мы на необитаемом острове. Можно кричать все, что угодно. Можно говорить: утро наступило, нужно быстрее идти и что-то делать, искать моих родителей. Нормально, я сижу с копьем в порядке, нас никто не... Все, пошли, а куда пойдем? Так, нам надо продумать план. Родители были где? Ну, как где, в самолете где, и все остальные были. Все отлично, тут же вообще логичное решение проблемы, нам надо найти самолет. Подожди, а где это мы тут будем искать самолет? Остров, мне кажется, большой, его, мы тут не фиг его найдем. Самолет из чего? Из чего? Из металла. Ну и? Надо металлоискатель. Ой, какой металлоискатель. Подожди, давай мы с тобой подумаем. Подожди, вот ты слышал, как самолет разбивается? Ну только в фильмах, я вообще не знаю. Мы как-то выпрыгнули, но вообще нет. Как я, когда я приземлялся, не было ничего. Ну подожди, если бы самолет... Куда улетел? Может он это, он, пропеллеры включились, он как полетел обратно, и все, все да дома. Да нет, там же пилот выпрыгнул, там он по-любому упал. Только смотри, если бы он упал на остров, здесь бы было огромное задымление, и был бы звук такой бдиш. Думаешь? Ну да, конечно. А точно, это... тогда он упал не на остров, да? Ну, а куда он упал? На другой остров, да? Нет, Игорь, он, скорее всего, упал куда-то в воду. Так, надо посмотреть, может, где-то здесь рядом он вообще находится. Все, да, отлично, нам надо поискать. Но есть одна проблема. Какая проблема? Ну, тут акулы. Ну, у тебя же копье, ты их убьешь, наверное, да? Отлично, да? И ты думаешь, я школьник, значит, с копьем убью акулу? Давай ты, вот тебе копье, давай, а ныряй, убью акулу. У меня нож, у меня ножик есть, я тоже... Ну, тогда у тебя ножик есть, иди. А я плавать не умею. Ага, конечно, знаю, ты умеешь плавать, ты врёшь. Да я не буду плыть, Игорь, ну как, а что делать тогда? Нам надо построить этот, катер. Какой еще катер? Как мы построим катер? Точно, катер мы не построим, а вот плот можем, в принципе. В смысле, прямо из дерева такое или как? Да, да, можем вообще на легкачах, только надо дерево. 16 отборных деревяшечек. В смысле, подожди, какое дерево? Ты умеешь строить плот, прям, чтобы на нём плавать? Конечно, я знаю, сколько в деревне, я и халабуду строил, и плот. Давай, собирай деревяшки, нам надо 16 штук, все. Подожди, а мы не потонем, ты уверен это на твоем плоту? Отлично, все будет вообще, зашибись. У меня вообще плот, знаешь, как назывался? Как? Черная жемчужина. Неправда, ты не говорил, что он назывался мозоль. Ну ладно, просто черная жемчужина более. Вот, а ты вот меня не обманывай, так и назовем наш плот. Подожди, а меня вообще, знаешь, как называли в детстве? Пират Игорь, черная борода. А мне говорили, что тебя называли лаймовая борода кто-то. Блин, что ты все знаешь, что вообще капец. Ты уверен, что ты из этих деревяшек сможешь делать нормальный плот, чтобы он не потонул? Да смогу я сделать, только этот, есть один нюанс. Держи вот. Нам надо эти деревяшки с чем-то связать, да? Ну да. Доставай резинку из трусов. Какую резинку? Я не буду эту резинку из трусов. Доставай резинку из трусов! Да ты издеваешься! Ты хочешь найти своих родителей или нет? А ты свою достанешь? Ну придется, плот-то мы строить будем, аж из 16 деревяшек. Жека, у меня проблема, у меня штаны не держатся без резинки-то. Фу, ты что делаешь? Ты нафиг что трусы-то снял? Резинка только нужна, надевай обратно. Да, в смысле? Надевай штаны, я не все, не смотрю. Вот даже штурвал будет. Реально, смотри, целый корабль, а не плот, нормально такой построили, да? Что-то как-то выглядит, по-моему, не очень нормально, он точно не под... Господи, холодная вода. Нормально, сейчас не тонет, значит не потонет. Ты уверен, да, вообще, что... А вообще все спокойно. Ну все, поплыли, тогда давай, залезай, поплыли. Ну что, дурак совсем? В смысле, ну а как? Ну куда мы поплывем, мы не знаем, куда идти, мы тут будем 10 дней искать их. В смысле, ну Игорь, нам нужно найти моих родителей, но я не могу их оставить. Значит, надо найти информацию, куда плыть. Мы уже нашли транспорт передвижения, надо найти информацию. Поплывем просто вперед, и там найдем как-нибудь. Ты представляешь?
представляешь, какой океан вообще размерами вообще? Слушай, а ты же говорил, что ты пилота нашел, да? Ну да, я же его нашел, но же тебе рассказывал, что его съели. А у пилота же может быть какая-нибудь карта, или может быть какой-нибудь GPS-маячок. Блин, точно! А он же еще, он мне ножик дал, может, у него что-то еще было? Так его же съели! Капец, так пойдем! Так пойдем, там аборигены, а там они его ели! А может быть, они ушли, давай проверим. Блин, ну если что, ты... Аккуратно, только ты не шуми, понял? Ладно, хорошо. Так, давай, а куда тут идти? Все, быстрее, пока не стемнело, давай, а то они там... Показывай. Все, иду, пойдем. Давай, Игорь, быстрее, по-моему... Да иду, это... что ты начинаешь? Вот, это пещера! Ой, тихо, там уж аборигены, да, ты говоришь, я забыл, все, давай, аккуратненько. Ой, что-то я не вижу никаких аборигенов, может, ты их придумал, может быть, нифига они не людоеды? Да там точно были аборигены, я тебе говорю, они прям ели его, да, я не знаю, может, даже живой еще. Игорь, ты видишь это? А, стой, так вот этот пилот! Да, это он и е... Аборигены где-то есть? Блин, Игорь, мне страшно! Эй, там кто-то есть, Да, по-моему, никого нет. Все нормально, он мертвый. Игорь, я его, я помню прям его, они его съели прям всю кожу, ты посмотри, тут ничего кроме скелета не осталось. Капец, реально, слушай, они какие-то изверги, а если они нас поймают и так же съедят, я не хочу. Блин, Игорь, мне страшно, давай уйдем отсюда, пока они не пришли, мне кажется, стой, они сейчас придут. Давай посмотрю по карманам, что там есть, ну-ка. Что там? А? Кого, что там? Что там, скажи? А, ну, короче, смотри, тут я вот нашел это вот, как бы у меня вот тут, у него вот это вот было. О! Это как это ты объяснишь, это точно пилот вообще? Так, ну ладно, это я оставлю себе. Не, подожди, дай тоже посмотреть, мне тоже интересно. Не, Жак, ты еще маленький. Какое-то удостоверение. Какое удостоверение? Слушай, что это тут может быть? Что это? Это Борис Залупин. Борис Залупин. Нормальная фамилия, обыкновенная, что гонишь, нормально. Да, нормальная фамилия. Борис Залупин. Слушай, а вот тут как бы он, у него дата окончания этого удостоверения в 16-м году закончилась. Так вот, что мы упали, он вообще летать не умеет, придурок! Он же говорил, что еще один пилот есть, но ты не знаешь, что он говорил. Может, это из-за второго пилота. Я кое-что еще нашел. Что это? Рация. Подожди, только включай. Я не умею ей пользоваться. Сейчас, подожди. Так, включаю. И? Кто-то шипит. Ну, и... Да, я попробую. Подожди, шипит что-то. Прием, как слышно? Давайте попробую. Эй, мы тут на необитаемом острове, спасите нас! Пробуй. Ну на, пробуй. Так, а что крутить? Ну, я просто нажал на кнопочку. Она шипит сюда. Эй, первый, второй, как слышно? Мы здесь! Спасите! Слушай, она не работает, по-моему. Фигня эта рация вообще. Слушай, ну он вообще какой-то бесполезный. Где карта, где GPS? Блин, ну что делать? Ну все, поплыли тогда на плоту. Нет, подожди, нельзя наплыть на плоту. Че? Нужно его похоронить. Пойдем родителей искать твоих. Не, нужно его похоронить. Капец, Жек, ты серьезно? Ну а как? Ну это же, он же умер. О, господи. Ладно, давай быстренько и пойдем искать твоих родителей. Бедный пилот. Он мне так помог. Я не смог его защитить. Бедный пилот, он мне так не помог. Я не успел его не защитить. Игорь, нельзя такое говорить на похоронах. Нужно сказать какую-то речь. Нужно, давай, речь за пилота. Ну, это, чтоб деньги были и... Да какие деньги были, он умер. Ну, тогда за здоровье, да? Ну, да. Так, ну, это сейчас ему дуванчик туда кинул. Да подожди, ну, сказать. Покойся с миром, пилот. Да, и с этим... Борис Залупин. Надеюсь, тебя не доедят тут эти аборигены. Мало ли, тут они еще и кости потом с голодухи начнут расхапывать. Все, пошли. А закапывать? Давай им закапывай. Ну давай закапывай, это твоя инициатива. Да блин, ну я ничего, мне руками копать? Давай, Игорь, быстрее, уже темнеть начинает, вариантов нету. Только есть, конечно, последний вариант остался. Какой? Просто попробовать методом тыка их найти. Ну, в смысле? Ну да, мы так и сделаем, все, залезай. Слушай, найдем самолет, а там дальше найдем твоих родителей. Стой, погоди, есть один нюанс. Какой нюанс? Садись быстрее. Я без комфорта никуда не поплыву. Какого комфорта? Сейчас темнеет, и мы уже вообще никуда так, не поедем. Так, спокойно, никакой паники. Вот как бы, вот у меня вот тут это... Откуда вот, у тебя вот это, откуда здесь? Меньше вопросов, молодой человек. Ладно, так, все, хорошо, я запускаю. Готов я, газу, так, газу. Подожди, я не знаю, как она там у твоя управляется, эта фигня. Ой! Кручу! Выезжаем! Все нормально, я же говорил, поплывет, а ты боялся! Кажется, плывем! Пожалуйста, понял! Право руля! Игорь, я...
Паруса! А какие паруса? Ты не сделал никаких парусов. Точно, мы же не сделали никаких. Подожди, парусов. А куда плывем? В какую сторону? Давай ты штурман, куда? Нам надо просто исследовать его вокруг острова. Если самолет упал, а если самолет далеко упал? Блин, ну у нас есть плот, мы сможем доплыть. Наверное. Нормально. Все, я буду освещать путь. Поехали! Вперед! Игорь. А? Что-то как-то темно стало. Да, согласен. А еще проблема есть. Какая проблема? У меня еды совсем мало осталось. Нам тут, если мы очень долго плавать... Блин, у меня вообще никакой еды нету. А еще он там акула. А я ты возьми факел, я вообще ничего не вижу теперь. А все, взял. Подожди, а где самолет-то? Да я не знаю, мы вообще его так не заметим ночью. Куда мы поплыли ночью? Ты почему меня остановил вообще? Так ты хотел родителей найти, а я хотел помочь. Ты не падай. Подожди, о чем? Если меня бы акулы сейчас съели вообще. Да извини. Подожди, а что делать тогда? Я не хочу плыть ночью, мы все равно ничего не заметим. Да, есть одна проблема, да? А что делать? Нам надо переждать ночь. А как? Ну прям здесь, посреди океана? Ну, я надеюсь, нас никто не съест. Ну, если там попугай купается, его никто до сих пор не съел, то нас, наверное, тоже не съедят. Блин, Игорь, мне вообще не нравится это все. А мне думаешь, нравится здесь, да? Джека, ну все, вариантов нет. Надо переждать ночь. Спим по очереди, чур я первый. В смысле, что ты... А, факел мне дай хотя бы, я ничего не вижу. Эй, проснись! Ёханый бабаханый, не буди меня! В смысле, а почему ты первый спишь? Я вообще не против этого всего, вот это. Ты посмотри, что. И лайки не попросил. И посреди океана меня оставил вообще и спать лег. Не, ну поставь хотя бы лайк там, я не знаю, на канал подпишись. Хватит храпеть! Дебил. Мне страшно. Помогите!